Всем привет, всех рад видеть на канале. И вы меня просили показать всем, какое оборудование у меня установлено в моих аквариумах. Какое освещение, какой нагреватель, какая фильтрация, какая аэрация. Но перед тем, как рассказать о оборудовании, я хочу сказать, что в этом аквариуме все рыбки прижились, которые я недавно заказывал. До него плавают, сомики, креветки. Вот там вот. Вот они, на мхе сидят. Их, в принципе, никто тут не ест. Я боялся, что их могут съесть рыбки другие. Но, как видите, вон там креветка. Вот она уже туда убежала. В принципе, креветки здесь нормальные. Живут. И я думаю, когда мух это разрастется, когда растения уже разрастутся, здесь маленьким креветкам будет достаточно уже укрытия. И также мальки и жаворонки будут выживать побольше все-таки их, так как растений также будет и больше, и укрытий для них будет больше. Ну что, а сейчас начну с этого аквариума. Как видите, здесь в нем уже изменилось. Уже где-то неделю как щука полностью не видит ни меня, ни других жителей. А как видите, осталось только сверху пространство. Вот тут карась мертвый, видимо, к щуку не съел, он погиб. Сейчас уберу. И как видите, аквариум только не прикрыт сверху, то есть какой-то пакетом там или картонкой, а здесь закрыт пакетом, чтобы щука меня не видела. Также свет я не включаю здесь, падает свет только от лампы аквариум и от освещения, как раз, который на потолке. Ну, думаю, вскоре даже этот вот эту крышку закрою, так как, чтобы почти полностью изолировать от света, от людей, чтобы она постепенно привыкала к жизни в реке. Здесь установлен из оборудования фильтр. Аквариум рассчитан на 150-литровый аквариум. Вот котик пришел. Фильтр рассчитан на 150-литровый аквариум. Аэрации вот. И здесь нет освещения и нагревателя, так как речным рыбам освещения, в принципе, не надо. В этом аквариуме из освещения обычная лампа в комплект идет к этому аквариуму, акваэльфская, ватт, наверное, на 50 или на 60. Нагревателя здесь нету, так как температура здесь нормальная, градусов, наверное, 25. Да, тут где-то 25-26. Из аэрации и фильтрации здесь есть аэрировочный фильтр, который, кажется, выполняет роль и фильтра, и компрессора. Этот аэрированный фильтр рассчитан на 60-литровый аквариум, но так как здесь посадка не плотная, в принципе, такого фильтра хватает мне. Но единственное, что мне не хватает, это розеток, так как вот видите, вот этот вот тот аквариум, он сейчас с выключенным светом, фильтр у щуки выключен, там другие приборы выключены, компрессор, так как мне просто не хватает розеток. Итак, переходим к следующему аквариуму. Следующий аквариум. Также установлен здесь светильник точно такой же. Мне приходится постепенно менять, так как просто розеток мне не хватает на пилоте. Аэрация и фильтрация точно такая же, аэрированный фильтр. Но здесь есть также еще и нагреватель. Вот он на 100 ватт рассчитанный. И здесь хочу сказать то, что рыбки лечатся постепенно. Сюда добавляю по 3 таблетки в день метронидазолы. И подминимум через день уже, наверное, подмены 2 уже совершил. По 20 литров. Температура здесь около сейчас 30 градусов. Следующий аквариум маленький, не ростовичок. Здесь плавают вот такие вот мальки даниум уже где-то около 20 дней. Освещение здесь не установлено, так как малькам, ну, в принципе, не надо. Здесь установлена только аэрация и нагреватель. Аэрация сейчас выпала штанг. Сейчас его надо будет поправить. А нагреватель здесь на 50 ватт и установлен на 26 градусов, но он нагревает до 28 или даже до 29. Следующий аквариум объем 35 литров. Здесь я недавно запускал мальков, вы это могли видеть. Уже залил этот аквариум полностью. Температура здесь в районе 28 градусов. Из оборудования здесь вот такой вот свет. Обычная энергосберегающая лампа в комплекте красет к этому аквариуму. Ватт, наверное, на 10-11. Из другого оборудования здесь нагреватель на 50 ватт, как и в нерестовичке, вот в том 10-литровом.
И также есть аэрация. Фильтрации здесь нет, так как у меня нет такого маленького аэрационного фильтра на данный аквариум. Также хочу сказать по поводу этого пилота. Как видите, он здесь на 6 вилок рассчитан. Первые 3 вилки это у нас нагреватели. То есть на вот этот вот аквариум нагреватель, на вот этот вот аквариум и на вот этот. Еще 2 остальные розетки идет на освещение этого аквариума и на освещение этого аквариума. Но здесь мне не хватает 3 розеток, то есть на освещение вот того дальнего аквариума, на фильтрацию в аквариуме щуки и на аэрацию у кошки с живцом. Вот видите, один карась погиб, так как я чередую постепенно розетки. То есть мне не хватает, мне нужно еще здесь 3 розетки. Итак, следующая тумбочка, это тумбочка с полидариумом. Тут также есть вот этот нервствячок с гуппи и банка с артеми, колодец. Здесь сзади аквариума установлен пилот. И тут как раз у меня 2 рабочих компрессора установлены. Вот первый большой рассчитан на 300-литровый аквариум. Здесь вот он подключается. И получается он подает воздух аж на этот аквариум, этот, на вот этот, на вот этот и на вот этот вот аквариум. То есть подает аэрацию на аж, получается, 5 аквариумов. Следующая розетка это у нас компрессор, который подает воздух в банку к артемии. В принципе, этого компрессора достаточно, он у нас 100-литровый аквариум рассчитан. Следующая розетка это у нас уходит вот туда шланг. И вот туда уходит провод. И идет вот в этот аквариум карпа. Как видите, вот он, фильтр тут работает. Тут темно так же, как я сейчас приучаю карпа к жизни в реке. Также скоро, думаю, его тоже закрывать буду со всех сторон. В принципе, у карпа только есть из оборудования только фильтр, нагреватели, аэрация какой-то дополнительный или освещения нет у него. Дальше идет остальные последние 2 розетки, идет на вот этот тот полидариум. Одна розетка на вот это вот освещение. Похоже на освещение в тех 2 больших аквариумах 120-литровых, но эта лампа покороче, сантиметров где-то 20 она, или 25. И где-то 20-25 ватт. А вторая розетка идет на питание вот этого вот фильтра тетровского. Он там за растениями, не видно его. Он подает воду, такой фонтанчик делает, и получается все стенки становятся от него мокрыми, капельками разбрызгивает, и все, в полидариуме становится большая влажность. Ну вот такое у меня оборудование. Получается, у меня сейчас 10 розеток занято. А нужно мне как минимум 14, где-то 15, так как еще вот тут нервствячок. И нагреватель у меня сейчас выключен, так как просто не хватает розеток. Ну вот так я рассказал о моем оборудовании. Получается, у меня всего 5 компрессоров. Сейчас работает из них только 3, так как другие 2 они просто никуда воткнуть. Они мне, в принципе, не нужны, они маленькие. Из 3 фильтров работают все 3, то есть здесь тетровский, у карпа акваилевский и у щуки акваилевский. Из 6 нагревателей работает только 3, вот в этом аквариуме на 100 ватт, и вот в этих 2 аквариумах каждый по 50 ватт. Из освещения у меня получается сколько уже, 6 светильников, одна вот такая вот лампа энергосберегающая, 3 вот таких светильника вот длинных, светодиодных, и один светильник вот такой вот, уже показывал, светодиодный, но покороче. Получается всего 5 светильников. 5 светильников, 5 компрессоров, 3 фильтра и 6 нагревателей. Ну вот так я вам рассказал о своем оборудовании, которое у меня установлено на разводне, о фильтрации, о аэрации, о освещении. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!